Привет, народ, как дела? Я Джей, это Джей. И сегодня мы поговорим об освещении модели. Этот тип освещения используемый для съемки портрета в моде. При съемке модели я стараюсь использовать максимально большие источники света. Я постоянно повторяю, что чем больше источник света по отношению к объекту съемки, тем мягче свет. Поэтому при освещении модели я всегда использую такие насадки, как софтбокс или светоотражающие листы или рефлекторы, располагая их как можно ближе к объекту съемки. Я стремлюсь получить свет без тени, поэтому я использую два светоотражающих листа 4 на 4 фута. Я располагаю один над камерой под углом 45 градусов, а второй под камерой под таким же углом. Кроме того, я направляю две лампы по 2 кВт на светоотражающие листы, чтобы те уже освещали объект съемки. Я размещаю модель на расстоянии около 10 футов от фона, чтобы он был не в фокусе, что делает объект интереснее. Для этого кадра я использовал 100-мм объектив с диафрагмой Т2,8. Помните, что ничто не заменит вам модели с великолепной кожей. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте подписаться. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока.